Друзья, всем привет! Вы на канале Эпичный Индивид. В данный момент он выглядит вот так вот. Вот, этот канал в основном обо мне, об моих интересах, об моей жизни. Я занимаюсь тем, что зарабатываю на жизнь в продвижении, в рекламе, в основном Инстаграм. Много путешествую. Все это вы можете посмотреть во вкладочке «Плейлисты». Также я бывший наркоман и попробовал сыроедение, голодание, различные чистки. Обо всем об этом здесь же, в плейлистах. Вот, люблю говорить о том, что узнаю, о новых своих знаниях, об истине, об славяно-арийских ведах. Вот, основной своей задачей ставлю все-таки обогащение населения информацией, которую они не ведают. Вот, которую я узнаю и с радостью ей делюсь. А сам я, ну, постоянно на приколе, постоянно на харизме. Если бы я был такой правильный, как Ромка Милованов, то бы я, наверное, уже далеко ушел. Но я постоянно делаю ошибки, наступая на одни и те же грабли. И тем увлекательнее моя жизнь, тем я, наверное, больше похож на вас. То есть на данный момент я 9 дней как бросил курить. И много других процессов происходит в моей жизни. Вот, сейчас я отъедаюсь, там, приехал от сыроедов, вот, но скажу вам, что питание – это важная часть нашей жизни, так же, как медитации, практики, как общение, как подпитка знаниями. В общем, подписывайтесь и смотрите плейлисты, смотрите меня, может быть, будут трансляции, все соцсети вот здесь в уголке, да, на канале, знаете, также ссылочка на WhatsApp. Нажимайте, переходите общаться. Благодарен буду за комментарии, за критику. Вот. Все снял одним кадром. Вот. Осваиваю и монтаж. И привет всем, кто знал меня. Вот. Привет, родной Новосибирск, родной Ленёво. Рад стараться для вас. Искренне ваш. Вот. Здрав будь. Добрый молодец. Как раз надеяться.